Гейтс – идиот. Еще разок. Билл Гейтс – идиот. Вы готовы посмотреть Биллу Гейтсу в глаза и сказать: «Эй, идиот! Да, Билл, это я тебе! Идиот! Придурок просто! В этих идиотских отчёчках! Надо сбить их с твоего тупого, идиотского, придурковатого лица! Эй, а ну-ка, погодите-ка!» Лично я бы никогда не посмел такого сказать. Я боюсь Билла Гейтса. Но он наверняка может вас найти даже по комментариям на Ютьюбе. Но у него о каждом из нас собрано больше информации, чем мы сами знаем о себе. Нет, ничем таким мы и не занимаемся. Он блефует. Он точно знает, где вы. С такими деньгами Билл может нанять ниндзя, которые перережут вам глотку во сне, а потом подкупит ваших родителей, чтобы свалить вину на вашу сестренку. Вы готовы так рискнуть? Я не готов. Я, блядь, совсем не готов. Билл Гейтс, вы, сэр, травяной гений.